Мне жаль, но у вас есть талант, поверьте мне, достаточный, чтобы рассказать большую историю. Ты не можешь оставить мать одну. Твоя война с отцом окончена. Он умер. И был убежден, что потерпел крах. Он сделал это из-за нее, Тау церкви. Это она довела отца. Он работал над книгой. В этой книге он обнажал всю душу. Я прошу вас поискать эти записи среди его бумаг. Только вы один можете это сделать. Он мне оставил одно очень важное дело. Он думал, что справлюсь только я. Ты меня пугаешь. Фильм «Пупи Аватти». Твой отец всегда говорил о тебе как о гении. Ты не рад меня видеть? Я думал, что больше вас не услышу. Вы сказали, что уже можно что-то прочесть. Папа, я могу это сделать. Мне будет очень тяжело. Но вместе мы сможем это сделать. Далекие времена. Он тебя любил. А почему он не говорил? Пройти дорогой тайн. Что сказала моя жена? Чтобы открыть... Нужно найти остальное. Истину. Полегче! Рикардо Скамарчо, Шерон Стоун, Кристиана Капатонди и Джованна Ралли. Здесь есть все. Все, что нужно гению для создания недостижимого. Чего? Шедевра. «Золотой мальчик». Фильм «Пупи Аватти».